Так, короче, да, ровите мне, буду делать, я так обзор на PvE Fortnite. Так, не кидать приглосы, сразу же говорю. Вот что у нас есть тут. Вообще топовый режим. Тут вообще все классное. Даже я вот когда покупал, вот у меня есть этот. Сейчас, блин. Мишка? Вот. Я покупал тогда PvE недавно. То я не могу фармить в баксы. Но все равно плюс косарь в баксов за то, что выполнить там 7 ежедневных заданий. И плюс еще 2 ламы, золотой заначкой и троны. Так, сейчас все по порядку. Давайте начнем. Тут у нас есть вот журнал заданий на R. Тут есть вот всякие задания. Вот, например, ежедневные задания. Вот. Видите, там написано рентген билеты. За них раньше можно было получить баксы. А золото это просто золото, чтобы покупать героев. Рентген билеты это как оценивается как один рубак. Один рентген билет, вот. Вот тут всякие задания, сейчас какие-то ивенты, тут я не до конца разобрался. Но вот докуда я дошел. Ко мне лезьте. Страница какая. 4-8. Вот. Как тут все проходит? Вот, перейти к карте. Выбрать. И вот тут наша карта, и вот здесь вот мы выбираем, куда дропаемся. Вот, загрузка долгая, но это уже потом. Вот, например, герои, начнем с героев. Вот такие герои у меня есть, не густо. Но вот это вот прикольное, кстати, которое на самом начале выпало из золотой заначки тролля. Вот, герои разделяются на 4 этих, как его, на 4, блин, не знаю. Ну, есть солдаты, есть конструкторы, я не знаю, кто это такие солдаты, тоже не знаю. Вот путешественники имбовые и ниндзя имбовые. А вот путешественник, вот Мишка, ну, у путешественников там суперспособность есть, типа, можно дыбать ресы очень быстро. Вот. Ну, типа, когда там суперспособность рубается тогда, когда ресы дыбаешь. А вот эта вот ассасин Сара, она самая имбовая, я так считаю, потому что у нее есть прыжок богомола. И ульта у нее это эти сюрикены. Вот тут сколько героев. И вот видите, тут звездочка, шлем. Вот сундук это солдат, шлем это солдат. Ой, сундук это путешественник, это солдат. Сюрикен это ниндзя и это конструктор. Так, дальше. Так, ну только эти. Вот, раскладка героев. Что мы тут можем видеть, не знаю, не до конца разобрался. Вот просто выбираем своих героев и все. Так. Защитники. Это челы, которых вы ставите на, как его, на оборону щита. Вот недавно, вот я недавно проходил это испытание, но у меня очень мало патронов, поэтому я их даже и не ставил. Вот выжившие. Выжившие, они типа особенные чем-то каждый. Но я не знаю чем. Но тут вот видите, у меня некоторые стоят уже. Вот как-то так, вот столько у меня выживших. Отряды, я не знаю, что это такое. Улучшение. Что у нас тут есть? Ну тут есть гаджеты, и их можно юзать. А вот инструменты. И вот, кстати, кирки даются в PvE и в PvP. И я вам сейчас скоро покажу эту кирку. Так, доступно на 25 уровне учетной записи. Вот видите, у меня 20 уровень справа вверху, где 2600 V-бар. Арсенал, что у нас тут? Чертежи. Вот такие вот оружия у меня есть, они некоторые выпадали заданок, некоторые вдавались за лам, некоторые просто не знаю откуда убирались. Так, что по рюкзаку? Вот такой вот у меня рюкзак. Легендарное оружие, это, ну, на легендарное можете не обращать внимания, это просто чел был очень щедрый какой-то задрот, и он мне выкинул вот столько вот оружий. И так-то я еще ничего не крафтил. Книга коллекций. Вот с этим вот у меня как раз таки проблемы, я даже не знаю. Так, ну это просто вот какие-то нюансы мелкие, они не очень то и не нужны, мне кажется. Так, что у нас еще есть? Усиление. А, весь. Угу. Так, вот шкафчик. Вот, например, берем ниндзю. У нее есть стили. Вот такие вот. Их можно оставить. Но жаль то, что в PvP не даются эти герои. Магазин лам. Можно купить ламу, вот видите, с просветом.
она, типа, ну, просвечивается. Если она золотая или серебряная, то можете ее сразу покупать, не думаю, потому что она крутая. Вот, вы видите, сверху там добыча. Такое у меня только 222 кактусовых билета. Вот тут вот чебуреки какие-то. Я не совсем разбираюсь, но может быть кто-нибудь подскажет, что тут нужно покупать. Тут какие-то чертежи. А, это чертежи, кстати, прикольные. Ну, вот так. Ну, магазин здесь обычный. Все, давайте залетим в катку. Тут очень мало карт у меня, почему-то. Блин, недостаточно много. Угу. Вот журнал задания, кстати. Военные игры какие-то. Вот сейчас. Вот, а нет, это не то. Вот, побочное задание, вот, видите, высокотехнологичный топор. Это кирка дается в ПВЕ и в ПВП. Ну, там две кирки даются в самом начале. В ПВЕ, когда вы покупаете. Вот, и они в ПВП тоже кидают. Получите улучшение кирки первого уровня. То есть, нужно позволяет получить улучшение кирки первого уровня. Откройте вкладку управления, выберите улучшение, затем инструмент и улучшите кирку с помощью очков навыков. У меня, к сожалению, нет уровня. Вот, улучшение вроде бы. Инструменты, вот, кирки, нельзя улучшить. На 25 уровне. Все, давайте тогда перейдем к заданию какому-нибудь. И, кстати, да, тут есть ежедневное задание, я не знаю, как его выполнить. Если кто знает, то напишите в комменты, плиз. Полностью исследуйте 3 зоны в ходе успешно выполненных миссий. Это что-то я вообще... 3 зоны. Карту нужно, что ли, исследовать всё? Наверное, да. Ну, давайте я куда отправлюсь. Мне как-то все равно. Вот тут для героев золото. Ну, давайте отправимся в город, наверное, на зеленый, потому что она самая легкая. Все. У нас будет очень долго закидывать, кстати. Сейчас вы сами увидите. Вот, ждем, пока закидывает. Ну, челов можно не ждать. Если что, кидайте приглосы, я приму, кто в ПВЕ будет играть. Начать. Вот мы и смотрим. Ждем загрузку. Загрузка очень долгая. Дольше, чем в королевской битве. Но все же это того стоит. Если я выполню миссию, покажу, что они за нее дают. Главное тут это получать такие экспихи, я их так называю, как в этом. Но такие медальки, типа, за какие-то... Ну, типа, ты сделал очень много киллов этих мозгляков, сделал, вот. Самое прикольное, то, что тут все объясняют и показывают на карте. И в городе, кстати, самое выгодное выполнять задание. Если вы будете выполнять ежедневные задания, хотите получить там, ну, просто будете их выполнять, то вам стоит, ну, я рекомендую смотреть на карту, и там будут помечаться восклицательные знаки желтые на карте. То есть там, типа, вот, например, уничтожьте там 3 торговых автомата или 6 парковых кассиров. Давайте сразимся с этой бурей! Вот я нажал на L2. И ухотал. Это не сдохло. Так, скоростное прохождение. А, циклоп, ё-моё. Ну ладно. Вот такие вот шняги тут есть. Синий гель. Всякие камни. О, консервная банка. Все можно обыскать. Тут все можно обыскать, считай.
Даже какие-то мелкие кустики, в которых падают хиляющие ловушки. Ладно, я до конца не буду проходить. Наверное. Потому что это очень долго. Но карта здесь точно так же открывается. И тут вот всякие есть. Вот обожаю эту девку, потому что она делает какая-то способность такая. Шутаем этого ребёнка. Вот такая вот суперспособность. Потом что у меня есть? Вот так вот целимся. Нажимаем L1 плюс R2. И нас стреляет сюрикен. Такой вот ПВЕ. Цель обнаружена. Установите циклоп на точку, когда будете готовы. Так вот надо было монтировать очень долго. И заходим в инвентарь, точно так же открывается. И можно что-то скрафтить. Например, вот такие вот оружия какие-нибудь. Но у меня некоторых ресов не хватает. Или патроны, или ловушки. Вот, например, у меня есть вот такая вот штука. Или настенные дротики. Или настенные коли. Ну, можно вот что угодно из этих скрафтить. Например, давайте вот эту. Поскольку она потолковская, мы ставим ее вот так. И это газовая ловушка, то есть когда сюда будут подходить эти, то она будет их газом убить. Вон, видите, восклицательный знак. Там циклоп. Нужно его установить. В принципе, я готов сразу же забиваться, без всяких там ловушек. Неплохо. Заправьте циклоп Синегелем. Откройте центр управления, когда будете готовы начать. Видите, Синегель. Блин, да отвали что. Вот Синегель можно собрать. Не понял, что за него. Этого Синегеля хватит. Вы справитесь, командир. Вот как-то так. И вот я медным оружием своим убиваю, потому что у меня тут нормально патроны. Срочное сообщение! Спасайте циклоп! Не понял. Ну, на самом деле его нужно было оборонять. Защищайте циклопа. Вот все как-то так. Блин, ну просто я его не хочу защищать, чтобы поскорее показать. Блин, он сейчас горит. Ну ничего, это... Давайте тогда сделаем проигрыш. Внимание всем, на циклоп напали! Просто пусть они... Нет, так я, конечно, не надо, но просто я, чтобы быстро все было, я показываю. Циклопу нужна помощь! Да, я знаю, что циклопу нужна помощь, обидно, конечно. Вот, например, мы дыбаем. Циклоп сам себя не спасет. Вот эту вот. Рекомендую машину, дыбаем. Открываем. Вот, все, видите, нам болты выпали там, типа. Например, дыбаем, например, вот этот куст. Нам ничего не выпало. Ну, из всего, считай, палец, что. Это бейте циклопа, блин. Нужно его оборонить, потом поставить вокруг него ловушки, чтобы, типа, как, чтобы побыстрее все было. Типа, чтобы защита побольше была. Срочное сообщение! Спасайте циклоп! Вот, собирайте потерянные предметы какие. Вот. Ну тут много разных зданий, например, спасите там определенное количество выживших или что-то еще. Кстати, да, вот эти вот ежедневные задания выполняются только тогда, когда вы успешно заканчиваете миссию, то есть на победу, а не на поражение. Но сейчас они сожрут циклопа и... Рекомендую задуматься.
да уж. Все. Циклоп выведен из строя и требует ремонта. Когда будете готовы, снова запустите циклоп и попробуйте еще раз. А, попробуйте еще раз, блин. Выживший неподалеку. Блин, братан. Сорян мне для тебя. Ну вот, короче, все как-то так выглядит. Но мы сейчас как-то заруинить все. Опять, чтобы прям быстренько было. Вон, видите восклицательный знак? Там что-то походу... Что-то походу типа... Шахты, главное, я рекомендую очень сильно собирать вот эти вот. Фух, выбрался. Вот, потому что у него прыжок богомала есть, или там, но у нее типа такие бустеры на ногах. Блин, у нее что, ног что ли нет? Получается, или как? Что это такое? Этого Синегеля хватит. Все, опять ремень. Давай, Фигури, хамон. Навались. Так вот нужно. Конечно, да, хотя лучше уж бы я защитил, наверное. Ну хотя да, давайте подождем. Ну, наверное, вот такой вот ролик тут получился. В принципе, тут и так понятно, что в PvE как. Наверное, все уже объяснил. Так. Ну, наверное, это все. И если вы хотите второй ролик по прохождению миссии или каких-нибудь заданий PvE, то на этом миром 5 лайков будет объект точно выйдет следующая серия по PvE. Ну, всем пока.